Город Углегорск. Украинская армия полностью разрушила его. И до сих пор продолжает обстрел Углегорска. Весь Углегорск, можно сказать, практически разбит от рук украинской армии. Большинство жителей выехало, но и большинство осталось, которым некуда ехать. Батальон «Спарта» под руководством «Моторола» выгнали украинскую армию отсюда. Вот вы видите разрушение, танчик. Точнее, что осталось от него. Украинская армия. Это был базар раньше. Все, что от него осталось. Каждый дом практически разбит. Валяется броня с танка, как вы видите. До сих пор продолжается обстрел. Город Углегорск. До сих пор ведется минометный обстрел. Техника, сожженная украинской армией. Снаряды, можно сказать, летают прямо над головой. Куда приземляются, даже неизвестно. И куда может приземлиться, тоже неизвестно.